по забоину, она всегда где-то вот 10-20 сантиметров, где-то 60 сантиметров до метра, это обычная часть. Северо-западной стороны, да, но в основном это в зависимости от расположения участка, где какие ветра подуваются. Вот это очень сильная морозобойная, ее тоже нужно лечить. Вот уже кто-то чего-то отсюда выползает, камень потихонечку зарастает, но здесь уже непонятно, видно, что здесь, вот видите, серенькая вокруг коры. Это уже может быть вторичное, это может быть уже рачок. Здесь вот она дальше расходится, но здесь, скорее всего, по весне, когда будет влажная погода, здесь будет снова же камень. Вот она потихонечку здесь. Если она сейчас, вот эти признаки сейчас не устранить, вот это все, не поздирать, не зачистить, не обработать, в следующем году с этой стороны вот то же самое. Вот здесь у нас просто кора, вот подойдите, посмотрите. Угу. Тоже типичнейшая, да? Вот она. Так все завидуют, а там завидуются. Будет куда спирт списывать. На рабочем. На порезанные пальцы. Аккуратненько обрезаем. Смотрите, видите серая часть? Мы ее сейчас вот так и отпилим. Она не нужна. Это признаки скороношения. Поэтому я же говорю, в каждом случае по. А вот это, что мы скороношение выкидываем, уже его в какой-то пакетик и выносить? Смотрите, абсолютно правильно. Пакетик для коры. Потому что очень много всего этого будет, особенно там, где инфекционное. Поэтому желательно, да, или какое-нибудь маленькое ведрышко, да, ладочка, что такое, чтобы легенькое, чтобы это вас тоже, да, потому что будет со всем этими вещами. С собой возик. Потом... Убивайте вас до конца, да? Возик с собой везете. Да, без 50 грамм потом не обойдется, поэтому... Крабчиночки на колесе. Это уже грибковая, вот инфекция пошла. Этого не удалили, но вы это не увидели, а это вот это вот вторичный признак, про который я говорю, что вот это серенькая, да? Вот это вот надо будет сейчас аккуратно все это дело обрабатывать, это уже надо будет снимать. Мы снимаем практически всю плоевую часть. Тихо, она там сейчас зарежет нос. Теперь по краю
где? Внимание, посмотрите, пожалуйста, по краю еще берем и где-то сантиметрик забираем, то есть уже живой, нормальные ткани, обязательно, да. И вот так вот. Сейчас буквально 2 минутки, потом его покрыть. Сейчас мы пойдем вот это отращиваем ногти. Ну, у кого как, да. Интересно. С ножами, да, еще раз аккуратно. А лучше всего, знаете, как сделаете? Я обычно перематываю. Слой, и здесь на всякий случай тоже один слой. И вы когда будете работать, да, то есть вот эти вот места режутся, вот это место и вот это место. То есть, когда, ну, бывает по-разному. В нашем случае будет по-разному. Так, ну будем считать, что мы с собой взяли ключик, да, поэтому как бы мы это все делаем сейчас. Она может разнестись вот этой корой даже по саду, да? Да. Разносит, да? Крупковая эта вещь. Смотрите, споры. Да, они потом, когда дождь появляется, капелька дождя или потом еще высушится ветер, потом все будет уже, да, такая часть. Вот это все будет разноситься в ближайшие там метры. А я думала, раз уже срезали ее, так она уже. В следующем году появятся признаки, как мы вот видели, да, Паш, что-то вот мы наблюдали. То есть снова же, это вторичное, то есть первичное, это то, что у нас не было, то, что у нас была эта морозобоина, что мы ее пропустили. Вот весной мы ее должны были обработать сразу же, как только она возникла. Не-не-не, такие есть вот плиточники, такие коврики они. Лучше всего, типа, смотрите, силикона. На коленнике. Или на коленнике, или в коврик такой. Он небольшой такой, пара наколенников. Да, мы его надеваешь, но единственное, в жару, конечно, очень мокро. Ну, точно он всего смеяться создует. С торбами в наколенниках. И кровчучку. Вот, но осенью, когда вы это будете делать, будет попрохладнее, поэтому хоть не будет такой жары, как сейчас, да? А летний обрез? Соскучились по обрезке? Не, говорили же надо. Не, после уборки. Мы все помним. Да. Только где трехлетка, где трехлетка. Так, я отсюда не уйду, пока не обработаю всю эту кору, которая вот ярко выражена. Все видишь?